Микс премиум Шотландия, это у нас осень категория. Крем, вещи без взноса в хорошем состоянии. И вот есть с этикетками. Так, тут я вам размер не сказал. Да, размер примерно средний. По-моему, М-ка, если не ошибаюсь. Акрил стопроцентный. 40-й размер указан европейский, получается 46-й российский размер. Юбка новая с этикеткой. 42-й размер здесь указан европейский, соответствует 48-му российскому размеру. Кофточка женская в каждом мешке есть, и здесь размер XL, размер побольше. Так, женское пальто, атмосфера, размер 40-42, то есть 46-48 получается российские размеры. Вот тут, я не знаю, скорее всего, вот это брак, нету заклепки. Так, next, размер 10 указан, кардиган, примерно 42-44 российского размера, с этикеткой, марка next. Так, джинсы новые, размеры здесь у нас 52 указаны, европейский, но явно не 56, наверное, все-таки российский размер, даже теряюсь. Так, бренд Манго, размер L, сарафан большого размера, в хорошем состоянии. Шотландия, осень, вес данного лота 35 килограмм. Нилук, размер 10 указан здесь, юбка маленького размера, длинная юбка. Брюки, так, тоже новые с этикеткой. 146 сантиметров на 11 лет. Получаются детские классические брюки. На 11 лет примерно New Look. Размер указан 14, то есть примерно 48 получается российский размер. Это пятно. Вот здесь тоже. Вот тоже есть пятно. Не знаю, что за пятна. Так, Марк Спенсер. Размер 44 указан европейский, соответствует 50-му российскому размеру. Это, по-моему, пижама. Новая с этикеткой. Вот верхняя часть вот этой пижамы. Очень легкая, тонкая. Лакоста, футболка мужская. Размер 100% хлопок написано. Размер я только здесь не вижу, к сожалению. А, Элька. Мужская футболка большого размера. Так, рубашка мужская, тоже большого размера, воротник 44, кстати, новая рубашка. Так, атмосфера, размер 34-36, то есть маленький размер получается. Далее джинсы, тоже новые, размер 32-30, это Джек Джонс, итальянский бренд, джинсы мужские, размер средний, небольшой. Так, 18 размер здесь указан. Футболка марки Esmara, размер M-ка, 40-42 написано, европейские размеры. Здесь у нас Джордж, этикетка, размер указан 16-й, то есть достаточно большой размер. 18-го размера сарафан, тоже в хорошем состоянии. Так, джинсовая курточка маленького размера. 34-й размер указан европейский, соответствует российскому 40-му размеру. Классические брюки марки Марк Спенсер. Размер здесь М-ка, по-моему, 34, что-то написано. Ну да, размер средний. New Look. На 8 лет, видимо. Нет, 36 размер. 36 европейский, это соответствует 42 российскому размеру. S-ка, спортивная футболка. Бирку срезали с размером, ну, примерно L-ка. Сарафан. Кстати, много платьев сарафанов в этом миксе. H&M размер L. Новый тонкий джемпер. Палантин, кстати, тоже новый с этикеткой. 52% шерсти, 48% вискозы. Половина шерсти, половина вискоза. Так, спортивная, точнее, лыжные, по-моему, штаны. Или все-таки спортивные. Сейчас посмотрим внимательно. 36-38 указаны размеры. То есть размер достаточно большой. Нет, не лыжные, а просто спортивные. Так, бренд Next. Размер указан 10. 70% ангоры, 30% нейлона. То есть ангора в основном здесь в составе. Так, женский кардиган. Бренды Mark Spencer. Размер большой, XL. Брендов много. Состояние вещей хорошее и очень много этикеток. 10 размер или на 10 лет. Что-то я начал теряться в этих цифрах, если честно. Так, заодно состав посмотрю.
60% хлопка и 40% вискозы здесь. Так, кепка новая. С этикеткой. Здесь у нас, честно, размер кто-то не указан, но где-то L-ка или даже XL. Брюки новые с этикеткой. Так, это бриджи спортивные маленького размера марки Nike. Автограф большого размера. Детская шапка новая. Хлопок. Здесь, к сожалению, не указано. А, от 3 до 6 месяцев указан все-таки возраст. 42-й европейский размер. Получается 48-й российский. В отличном состоянии жилетка. Папайя размер 10-й. То есть маленький, небольшой размер. Это, видимо, шарф новый. Так, женские трусы, которые есть в каждом мешке абсолютно. На 2-3 года жилетка детская, марки Next. Состояние хорошее, замок работает, теплый флисовый подклад внутри. Next. Так, новое платье с этикеткой марки Papaya, размер 20, то есть большого размера платье. Флисовая толстовка, размер 2XL. В хорошем состоянии. Так, есть вот куртка в пакете. Сейчас достанем, посмотрим. Куртка новая, с этикеткой. Размер указан 40-й европейский. Tail Veil 46-го российского размера. Мех искусственный, пришиты. Так, Esmara 40-го европейского размера. В отличном состоянии, соответствует 46-му российскому размеру. Здесь у нас 42-й размер указан. 42-44 написано европейские размеры. Получается где-то 48-50 наши с вами российские. Детский бодик. Далее New Look 8-го размера. Размер маленький. 10-й размер, бренд TU. Перчатки новые. Так, это, по-моему, шорты Элька. Бренд Gap, размер 42 указан, европейский, соответствует 48 российскому размеру. Dorothy Perkins, 44 размера европейского. Кожа искусственная. Косуха. Состояние очень хорошее. Рукава, локти в идеальном состоянии. Российский размер 50 получается. Женский тонкий джемпер марки Next, размер там указан 8. Туника большого размера марки George. Так, сейчас скажу точно, какой размер. 50-й европейский указан, то есть 56-й получается российский. Леггинсы, мужские трусы, мужская рубашка. Так, Джордж, среднего примерно размера. Далее, детская футболка на 3-4 года с миньонами. Джордж. 38-й размер указан европейский, соответствует 44-му российскому размеру. Платье большого размера марки New Look. Так, атмосфера 40-й размер указан европейский. Юбка марки River Island, размер 8. Шарф. М-ка, бренд Reebok. Атмосфера размер 36-38, платье небольшого размера, примерно 44-42 российского размера. Бомбер на 10-11 лет, в отличном состоянии, без видимого износа. 34-32, такие размеры указаны на этих джинсах. Женское пальто или как эта штука ведь называется. Размер 20 указан, то есть достаточно большой размер, состояние хорошее. А европейский 38-й указан размер. Вот еще один шарф, или даже палантин. Да, это палантин. Бренд Papaya, размер S. Размер маленький. Марка Я-Я, Элька. В хорошем состоянии. Вискоза в основном там в составе. Так, бренд Superdry, размер M. Средний получается размер. Детские штанишки на 2-3 года марки George. XS.
Так, мужская рубашка большого размера. Трусы и джинсы. Размер здесь, к сожалению, не указан, но небольшой размер. Без видимого износа, в хорошем состоянии. Так, блузка, размер 10. Вещи в хорошем состоянии, много этикеток было. River Island, размер 12. На нескольких вещах мы с вами видели, были пятна. 8 размер здесь указан. Курточка. Микс осенний, еще не зимний. Эска, зимняя тоже есть, если что. H&M, размер M, то есть среднего размера платья. Пончо. Размер XS S. Так, толстовка М-ка, размер средний. Здесь у нас New Look, 14 размера кардиган. Джинсы женские большого размера, примерно 52 или даже 54. Классические, без видимого износа. Женская куртка в хорошем состоянии, замки работают без видимого износа. Размер 38 указан европейский, соответствует 44 российскому размеру. Рукава, локти чистые. Детская курточка мальчиковая на 6-9 месяцев в хорошем состоянии. Бренд Next, размер 14, то есть большой размер. Размер средний здесь примерно. Так, тут ничего не указано, вы сами поймете. Толстовка. Сейчас найду размер. Я не найду. Примерно L-ка, по-моему, если не ошибаюсь. Так, здесь указан европейский 50, то есть получается 56 российский размер, это юбка. Бренд New Look, размер 12 указан. Папайя 14 размер. New Look 6 размера. Вот еще одно платье. Джинсы, по-моему, детские. К сожалению, бирок нет. Так, еще одна толстовка, новая, размер XL. Дороти Перкинс, 38 размер указан, европейский River Island, 6 размер. Это M-ка, футболка среднего размера. Бюстгальтер большого размера. Так, это, наверное, пальто или... Кардиган как пальто, да. Пояс есть. Сделано во Франции. 95% полиэстера, 5% филостана в составе. Состояние хорошее. Рукава, локти чистые. Юбка марки New Look. Размер 10 указан, небольшой размер. Юбка-карандаш. Платье вечернее длинное. Размер... Так, тут и четверка есть, и шестерка есть. Ну, средний размер, по-моему. Так, L-ка, мужской джемпер большого размера. Здесь у нас размер указан 44-й европейский, получается российский 50-й размер. Кашемир 100%, состояние хорошее. Детский бодик. Так, обувь 42-го размера, новая. Без дефектов, без брака. Размер 42. Замки работают. Игрушка традиционно в каждом мешке есть. Тут новая игрушка. Такой тигренок. Так, бижутерия есть даже у нас в этом мешке. И последняя вещь. Это осталась у нас куртка.
женская. Размер 48 указан европейский, соответствует 52 российскому размеру. Состояние хорошее. И на этом все.